Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, кто такая Куки Шинобу и когда она появится в игре. Также не забывайте, что сейчас у меня на канале проходит розыгрыш 10 боевых пропусков, поэтому подписывайтесь и тоже участвуйте. Ну и вступайте в нашу группу ВК, где мы с Аксиленом делаем интересные посты для вас. Всем приятного просмотра! Куки Шинобу также переводится как Куки Ниндзя, является закадычным другом Аратаки Итта и заместителем банды Аратаки. В обязанности Шинобу входит сдерживание выходок Итта. Она изо всех сил старается компенсировать любой ущерб, нанесенный им, а также вносит залог за его освобождение из тюрьмы. Саю считает, что она мешает ей спать, потому что птицы одного пера слетаются вместе. Куки Шинобу наверняка будет маленькой девочкой-ниндзя, как и Саю. А в будущем, вероятно, даже станет играбельным персонажем Инадзумы. Куки Шинобу является частью банды из Ханамизаки, возглавляемой Аратаки Итта. Он же является Они, у которого забрали его глаз бога из-за указа об охоте на глаза бога. Саю упоминает, что Аратаки Итта считает Куки Шинобу своим маленьким помощником. Именно из этой фразы можно сделать вывод, что Куки Шинобу будет маленькой девочкой. Здравствуйте, я Куки Шинобу, заместитель банды Аратаки. Я занимаюсь делами банды. Если вы столкнетесь с неподобающим поведением нашего босса, Аратаки Итта, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной. Вот моя визитная карточка, говорит Куки Шинобу. Учитывая, что Куки является заместителем главы банды Аратаки, она ведет дела и разбирается с неприятностями, в которые попал Аратаки Итта. А Куки мало что известно в игре, и на последнем стриме о ней не было упоминаний вообще. Кроме внутриигровой информации, о ней не было никаких официальных объявлений. Но, учитывая, что разработчики упомянули Куки Шинобу во время своего первого анонса Аратаки Итта, вероятно, что мы все же познакомимся с ней в течение обновления 2.3. Наверняка она где-то каким-то образом появится в истории игры, а может быть в истории самого Аратаки Итта. А вы ждете знакомства с этой малышкой? Пишите свои ответы в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Всем пока!